Знаменитый паралимпиец Оскар Писториус признан виновным в умышленном убийстве подруги модели в 2013-м. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на предыдущее решение. Тогда, напомню, Писториуса признали виновным в непреднамеренном убийстве, приговорив его к 5 годам заключения. В связи с тем, что сегодня статью переквалифицировали, спортсмен, в последнее время находившийся под домашним арестом, должен будет вернуться в тюрьму.